Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного. Аминь. Мы озвучиваем то, что у нас на нашем сайте, эти вопросы. Вот наш сайт. Пожалуйста, ознакомиться с ним. Вот вопросы справа идут. То есть сейчас мы работаем по первой, Б, бесы, потом Библия будет, богослужение. Какие вопросы мне задавали в разных местах, где я вел занятия. Ну, а сейчас первое. Начинай. Вопрос 2972, 15 том, открытым оком. Иногда люди приходят к Богу через чтение книг по магии. Сейчас, после экранизации булгаковской выдумки, только говорят об этом фильме. Но церковники дружно выступают против этого фильма. А вот через «Мастера и Маргариту» кто-нибудь пришел к Богу? Почему-то два вопроса тут слепились вместе. Второй. Вопрос 2971. Иногда люди приходят к Богу через что? Могу говорить только о свидетельстве людей в нашей общине. А значит, таких может быть и больше по стране. Бог силен и через волшебство натолкнуть на мысль, что если есть темные силы, значит есть и светлые. Так было с Киприаном Карфагенским. Ну вот ответ. Пишет. Я выросла в чувашской деревне, у всех в домах были иконы. У моей бабушки по матери были религиозные книги, и она их часто читала. Это я даю как бы ответ в этом деле, что в нашем ответе есть. Если такие люди, надо вам написать здесь ответ, напиши. Ответы двоеточие. Ничего, ничего. Вот, пробел сделал, двоеточие пробел. Ну, пробел-то впереди надо делать, вот здесь. Должна быть рядом, а пробел после этого. А мне кажется, ответ у вас там начался. А? Там ответ начался уже раньше. Это не вопрос. А вот это уже ответ? Да. Откуда там 2000? Ну, не знаю. 971, а там 972. Вот я про что и говорю. Ну ладно, давай. Может быть и так. Я выросла в чувашской деревне. У всех в домах были иконы. У моей бабушки по матери были религиозные книги, и она их часто читала. Мне тайно разрешала читать, но я ничего, конечно, не понимала. И вот в прошлом году была у тети в гостях и спросила ее об этих книгах, и оказалось, что она их сохранила. Книги уже очень старые, Псалтирь и Евангелие. Как-то Господь отвел меня, и я никогда не общалась с сектантами, и мне представлялась наша страна в основном православной. И о Христе, конечно, ничего не знала, и тем более о том, что Он мой Спаситель. Лет 15 назад прочитала книгу «Мастер и Маргарита». Тогда я не знала, что эта книга запрещенная в церкви. Там впервые прочитала про Иисуса Христа, и это меня поразило и встревожило. Стала искать, где бы еще о нем узнать. На работе у знакомых спрашивала, дома на эту тему говорила, и я все старалась узнать об Иисусе Христе. И вот однажды моя сотрудница Галина Сергеевна Чермнова услышала по радио и записала объявление о занятиях в Политехническом институте. Я сразу же пошла на занятия. Со стороны детей препятствий не было. Некоторое время они также ходили со мной, им занятия понравились. Сколько знала Галину Ивановну с собой на занятия, она так и не пошла, а сказала, что это очень тяжелый и ответственный труд. На занятия пришла после нового 1996 года, а летом крестилась в Потеряевке. И вот в этом году будет 10 лет, как я в нашей общине. Слышу об объединении и тревожно на душе. Борисова Валентина Павловна. Знаешь ее? Ее знаешь, нет? Ну да, была сюда. Она все время на занятиях. Первомаковейская. Наведи на них страх и сокруши дерзость силы их. Да будут они потрясены поражением своим. Когда обуял страх учеников, они возопили ко Христу. Страх от потусторонней силы нередко побуждает искать защиту у Бога живого и сильного, от Матфея. И ученики, увидев его, идущего по морю, встревожились и говорили, это призрак, и от страха вскричали. А вот душа пришла через человека, который связан с экстрасенсами. Привела и сама больше не появлялась. Кавычки открыты. К вере пришла в 20 лет. Носила крестик и ходила по возможности в храм. Окрестила меня моя мама в 13 лет. Мочил голову Войтович. Об общине я не знала ничего. Казаченко увидела объявление и позвала меня изучать Библию. Когда мы с ней пришли в первый раз,
то мы слушали, открыв рот, и нам очень хотелось побывать в храме, посмотреть, как все у них происходит. Когда я узнала, что мое крещение недействительно, что я не с Богом, я просто мечтала и старалась всеми своими силами, чтобы меня покрестили в озере. В общину я пришла в январе, а летом меня окрестили. И тут на меня навалились житейские неприятности, но Господь милостив, все помог пережить. Я себя не чувствую одинокой в общине. У меня много сестриц и братьев, которые ни разу не отказали в моей просьбе. Где бы я была сейчас, я даже и не знаю. Как хорошо, что это все есть у меня. Я за все благодарю Бога. А если произойдет объединение с Московской патриархией, то я не унываю. Я как хожу в свой родной храм, так и буду ходить. Конечно, я мало помогаю в своей общине, но хотелось бы больше. Помоги мне, Господи, во всем. Свечникова Нина Николаевна Гуц. А это вот места Писания. Это кто как пришел к Богу, писали наши. Ну, которые на занятия ходили, 84 человека, кажется, написали. И вот это на вопросы эти я как раз отвечаю через них. Псалом 26. Одного я просил у Господа, только того ищу, чтобы пребывать мне в доме Господнем во все дни жизни моей, созерцать красоту Господню и посещать храм Его. Пишу. Я считал их святым. К святым, которые на земле, и к дивным твоим, к ним все желание мое. Такие места, как ее биография. Считаю. Пешком пробираюсь, трамваи грохочут с боков. Сподручней мне так. Я кого-то окликнув, узнаю. Сварщик знакомый из гаек сварил мне две пары подков. С легкостью то, что мешает, с разгону пинаю. При малой малюсенькой нищенской нашей зарплате сумею на хлеб, на прокорм для собак сэкономить. А главное, всюду простор мне и спереди, и сзади. И сзади, тут нету и, запятая. Спереди и сзади. Сбегу на пригорок, и видят, стоит бородатенький гномик. Это я далеко там жил, на той стороне, и ходил только пешком. А пешком это 6 остановок, а уже больше тогда садился на трамвай, 3 копейки. И только пред небом, и только хранитель мой ангел может увидеть, какой надрываюсь я молча работе. По взгляду на вид мой подумаю, тяжко был ранен, как будто погоня из серых за мной до сотни. Серые, знаешь, что такое? Волки, видимо. Волки, конечно. Итак, сколько помню себя привоклашкой, и дальше от дома, то рядом, а то и совсем далеко, всегда и везде размышления о вечности пляшет. Гиенская жуткая. О вечности пляшет. О вечности. Дальше пляшет гиенское жуткое пламя. Горю целиком. Горю. Ну запятая тебе еще не по ногам, что ли. Ты прям калечишь стихотворение. Не видишь ни знаки, ничего. Давай. Пешком исходил, а не только изъездил планету. Атлетам, атлантам, ленимым в такое не снилось. На многое вышел я в пеших своих размышлениях к ответу. Не зря косолапил, и ноги давились под поднятою пылью. Уверовал в дальних краях, на вершине волны. С Христом через жертву его примирился с отцом Иеговой. Без соли, от пота и слез мои губы, язык солоны. Блестят серебром мои с гайками чудо-подковы. Никто специально меня, надрываясь, тогда не учил искать одиночество, снять с размышления оковы, смотреть на закат, на восход, на последние в небе лучи, поступки и поступь рассматривать снова и снова. Нигде, никогда никому не завидовал тем, кто в машине, не тем, кто уставился пьяно в цветной телевизор. У них от моих размышлений ни полпорошинки. Уходят по тракту кишечному с крышей, поехавшей к низу. Пешком с рюкзаком проскользну я в любое ушко. 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 Стучусь к ожидающим с новым бессмертным заветом. И с жезлом расцветшим, смешным для попов пасашком. По храмам спешу оживлять православные мощи скелеты. Вот. Понимаешь, это такое стихотворение удивительное. Как ты его искуростал. Пешком с рюкзаком проскользну я в любое ушко. Стучусь к ожидающим с новым бессмертным заветом. И жезлом рассветшим, смешным для попов пасашком, по храмам спешу оживлять православные мощи скелеты.
Это сколько лет назад? 15 лет назад, как я написал его. Что означает железным, жезлом рассвешен? А почему 10 лет назад? Ну то, что было у Аарона, он рассвел. А я бегу, у меня палочка просто в руках. Ну сколько там прошло? 10 минут. А? 10 минут. Все? 10.